Ага. Very nice. This is Agat. Агат. Угу. Это она шьет, да, вот эти штуки? Ну, она вот это делает, вот это и вот это все. Угу. This is from Africa. Это из Африки. Some seed. Какой-то этот, как его? Талисман, типа? Типа каштанчик. А, каштан. Похоже. Угу. Это тоже. Это янтарная такая, да, получается? Ну, тоже агат. It's agate. Yes. Янтарь? Не, агат. Агат? Красиво. Угу. This is... Лимонный такой. Like lemon. Это она делает или это привозит она? Ну вот эти камни она привозит, а вот это вот она делает все из нитки, да. Uh-huh. You make it from the rope, yes? Вот из этих таких ниток. Точно. Ну вот как раз надо и организовать. Они же недорого будут, пересылки, смотри. Ну да, они же маленькие. Я тоже не думаю, что... Просто она говорит, специальная почта. Коралл. It's nice. Many things you already have. У него выбор, смотри, какой большой. Ну да. Прикольно. But this was just experiment. I have to make better. But actually nice. Special. Прикольно тоже, да? Ручная работа. Handmade. Никаких станков и роботов. Ручная работа. В общем, надо тебе открывать сайт, выставлять эти штуки. Поставить систему оплаты, это все не так сложно, можно почитать в интернете, в том же Гугле, и все это поставить. Никто не покупает через интернет. Покупает? Еще как. Надо по Facebook, остальные... But your site have to be very famous. Говорит, надо, чтобы типа, был популярный сайт. Через блог и через социальные сети надо. Mm-hmm. Там же все сидят. У нее, наверное, друзей валом. You have many friends on Facebook? Yes. Maybe via Facebook you can make some kind of... Знаешь, каждый день встречают новых людей, yeah. Здесь собираются. Мне надо сейчас смотреть. Надо смотреть. Смотрите, Анзор, давай двигаемся в солнечный телефон.